Алло. 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 Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Николай. Скажите, я вас не отвлекаю? Нет, не отвлекаешь. Ага. Скажите, пожалуйста, вы что-то слышали о компании Apple? Ты знаешь, ни разу. Яблоками торгуют. Ну? Яблоками торгуют, говорю. А чем? А, яблоками торгуете, да? Нет, я говорю... Ну, Apple, это яблоко. Яблоками торгуете? Нет, не слыхал. У меня кнопочная Nokia 90-х годов. Да какая разница, что у вас? Я вам предлагаю предоставлять информацию, на котором вы заработаете, на iPhone хотя, или на Android какой-то. Правда? Вы знаете, что такое призовая торговля? Нет. Первый раз. Нет? Нет. Первый раз. Нет. Нет, в лесу живу, пилю дрова. Продаю, вожу на тачке. Да я справлюсь сам, спасибо. Ну что поделать, сейчас очень странно все. Нет. 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 Не-не-не, у нас только наличкой, деревянными рублями. Нет у меня семьи, я один в лесу, дикарем. Не-не, всех перестреляли, нету медведей. Только кролики, только кролики. Не-не, деньги, кошелек. Да не, я в лесу здесь другого ничего не заработаю. Это, боюсь, не ко мне. Верю, верю, верю. Ну, у меня тут... Я так понимаю, для этого, наверное, интернет нужен, да? Не, я вообще уже ничего не боюсь. Мне уже поздно бояться. Ну, к сожалению, другого ничего не умею. Только лес валить. Это тут... Ой, ой, у меня в дверь зайцы убегают. Извиняюсь, должен бежать, простите. Да,